Чем закончится эта история, непонятно, но пока она тоже вызывает вопросы. На автовокзале павильоны закрыли металлическим ограждением. В администрации пояснили, не смогли договориться с владельцами торговых точек, чтобы те привели свои ларьки в порядок. Поэтому власти решили закрыть их забором. Работники же самих павильонов рассказывают, они ждут падения продаж. Думаю, будет неудобно. То, что стоит перед лицом фактически, не видно ни людей, ни машин, ни дороги. Даже непонятно, даже не видно, когда к нам заходят. Клиенты пока не жалуются, то что, я думаю, скоро начнут. Напомню, сносить павильоны на автовокзале начали в январе этого года. Часть торговых точек уже убрали, их владельцы получили компенсационные места. В администрации сообщили, пустую площадь они планируют благоустроить.